Матищинские огнеборцы вечером 15 января по сигналу тревоги отправились в деревню Никола Прозорова. Поступило сообщение о возгорании сельского магазина. В 20 часов 10 минут огонь удалось локализовать. Через 45 минут возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пострадавших и жертв нет. К тушению объекта привлекались сотрудники 236-й пожарной части. Вот как происшествие комментируют специалисты отдела надзорной деятельности. По прибытию первых пожарных подразделений происходило горение внутри здания. Для ликвидации последствий пожара привлекалось 6 единиц техники и 24 человека от пожарной охраны. В результате пожара строение выгорело изнутри, кровля обрушилась частично. Причины пожара на данный момент устанавливаются.